Власти Ненецкого округа учтут мнение жителей поселка Красное при выборе места для строительства полигона захоронения ТКО. Такое решение было принято в ходе встречи руководства Департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа с населением. Напомню, в регионе проходят общественные обсуждения по теме местоположения нового полигона твердых коммунальных отходов. Продолжит Алина Ваучейская. На обсуждение общественности предложены 8 перспективных участков для размещения полигона ТКО в Ненецком округе. Два из них расположены за пределами Нарьинмара, но находятся в 15-километровой зоне от контрольной точки аэродрома. 4 участка за пределами границы населенных пунктов Ненецкого округа и еще 2 участка расположены в 3 и 10 километрах от поселка Красное. Эту информацию представители Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа рассказали жителям поселка в ходе встречи. Ну и, конечно, мы все понимаем, что окружной полигон нам все равно нужен, мусора становится больше и больше. Но давайте, раз уж это новый объект, и округ не планирует, наверное, жить там 10 или 20 лет, а планируем мы жить дольше, то этот объект должен быть дальше от населенных пунктов, да, и действительно выполнен в самых современных технологиях. Перспектива размещения полигона ТКО в непосредственной близости к поселку Красное, традиционным местам массового отдыха и сбора дикоросов, вызвали опасения у населения. В частности, жители населенного пункта высказались против строительства полигона в районе реки Лиственничная. Вместе с тем, 4-й перспективный участок был оценен разработчиком технико-экономического обоснования как оптимальный вариант для расположения полигона. Развитая вблизи транспортная и инженерная инфраструктура позволила бы значительно снизить затраты как на строительство объекта, так и на последующую транспортировку отходов. Когда подходит любой полигон захоронения экологическую экспертизу, там учитывается 15-километровая зона от аэропорта, То есть там запрещается располагать объекты массового скопления птиц. Хоть у нас сейчас действующий полигон хранения отходов находится в этой зоне, да, понятно, что ничего нового мы там без согласования экологической экспертизы не построим. Поэтому и была выбрана эта зона 15 километров, там, где можно вынести этот полигон за эту 15-километровую зону, и была бы хотя бы транспортная доступность, чтобы не строить туда дорогу, подводить коммуникации, потому что это был бы золотой полигон. Жители поселка обеспокоены качеством воды, которую в Красном используют как питьевую. А у нас здесь в каждом втором доме скважина. Залегание вот полтора метра всего. Не рассказывайте, что на лугу обложу. Берется вот метров 16, 20, 19 метров. И это же все будут люди потом пить. В свою очередь, начальник управления строительства окружного профильного департамента Михаил Фомин разъяснил, какие есть технологии и какие элементы будут использоваться для того, чтобы минимизировать вред окружающей среде. На полигоне мощностью 20 тысяч тонн в год предполагается захоронение отходов, прошедших предварительную обработку и обезвреживание на объекте размещения ТКО в Нарьинмаре. Фактически, это приемная площадка для несортированных отходов в городе Нарьинмаре. Там проводится их обработка, сортировка, сжигание. После этого, когда уже на выходе то, что мы получаем, уже дальше невозможно сортировать, оно брикетируется, и уж только после этого будет вывозиться сюда. Здесь, естественно, проектом предусмотрено будет КПП и контроль, что сюда нельзя будет вывозить несортированные отходы, они не будут пропускаться. Система фиксации будет, то есть, весовая там, все остальное. Вместе с тем председатель СПК ХАРП Надежда Канева считает, что строительство полигона в окрестностях Красного и реки Северной может негативно повлиять на деятельность оленеводов. В этих местах проходят сезонные маршруты бригад кооператива. Первые два участка, 3.1 и 2, это находятся вот здесь вот на горке у нас, где, знаете, карьера, да, где сейчас школа старая свалена. Здесь, значит, идет у нас проходной, прогонный маршрут почти всех бригад, идущих на забой оленей. Это все заметается. И по прямой где-то 1,5 километра до Короля. 4-й участок, Лиственничка. Отельные стада 2-й бригады. Она там полностью размещается. Стоит там чум. Вот внизу
По словам исполняющего обязанности руководителя профильного ведомства, полигон захоронения твердых бытовых отходов будет полностью соответствовать требованиям экологического законодательства. На участке установят водонепроницаемый слой, геомембрану, песчаные основания для дренажа, дренажный слой из песчано-гранитной смеси. На полигон будут складироваться отходы, которые уже прошли предварительную обработку и обезвреживание на объекте размещения ТКО в Нарьян-Маре. Остатки твердых коммунальных отходов, а также строительных и промышленных отходов 4-5 класса опасности, допустимых к размещению на объекте. Для повышения уровня экологической безопасности и исполнения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, остатки твердых коммунальных отходов будут складироваться на полигон в плотных брикетах, обернутых в прочную полиэтиленовую пленку и сверху засыпаться песком. В ходе диалога между представителями профильного департамента и местными жителями было принято решение об исключении 4-го участка из числа перспективных для расположения полигона захоронения твердых коммунальных отходов. В ведомстве подчеркнули, что общественные слушания, которые продлятся до 30 марта, проводятся именно для того, чтобы учесть мнение всех заинтересованных сторон. Алина Воучейская, Александра Литкова и Леонид Шишилов, телеканал «Север».